Если вы мечтали стать рыцарем в сияющих доспехах, ваша мечта сбылась. Перед вами Conquest Knight XV – самый большой бронированный внедорожник на планете. Conquest Knight XV – вес 6 тонн. Защита от гранат. Цена – $310 000. XV в названии означает «непревзойденный автомобиль», и название полностью оправдывает себя. Conquest Knight — очень интересный автомобиль. Он как будто сошел с экранов. Он 6 метров в длину и по 2 метра в высоту и ширину. Конструкторы оснастили этот массивный мощный внедорожник всеми земными благами, которые только можно ожидать от автомобилей премиум-класса. И это несмотря на то, что изначально он был создан для ведения боевых действий. Conquest Knight — это копия автомобиля военного назначения Гурхи, только без турели. В нем бронировано абсолютно все, от колес до стекла. Для обычного человека это военный автомобиль в полном смысле этого слова. Меня пугает, для чего его могли бы использовать. Дверные петли, рамы, стекла — все защищено от возможного нападения. Это повышает класс защиты. Снаряд или пуля не смогут попасть в кабину через зазор между дверью и кузовом. Интерьер также предлагает средства для безопасности. В автомобиле установлены обычные и инфракрасные камеры наблюдения, обеспечивающие полную обзорность. Водитель и пассажир могут проводить наблюдение окружения даже в кромешной темноте. Размеры Knight поистине устрашающие. Он в 2 раза выше и в 3 раза тяжелее обычных автомобилей. Однако это чудовище еще даст им фору в плавности хода. Модернизированные амортизаторы обеспечивают наилучшую управляемость, какую только можно ожидать от машин такого класса. За рулем и не скажешь, что ведешь бронеавтомобиль массой почти 6 тонн. Автомобиль тяжелый, но ход у него очень плавный. Характеристики также значительно превышают показатели военных автомобилей. Максимальная скорость на это составляет 160 км в час. Расход топлива большой, однако возможна работа на 80% смеси этанола. В этом автомобиле установлен 10-цилиндровый фордовский двигатель объемом 6,8 литров, работающий не только на обычном бензине, но и на смеси этанола E85. Поэтому Knight защищает не только пассажиров, но и окружающую среду. Редкое качество для 6-тонного внедорожника. Интерьер этого монстра также не оставит никого равнодушным. За тонированными стеклами скрывается целый набор технических приспособлений, как, например, встроенный светильник, 3 плоских монитора и подсветка. А еще аутентичный ворсовый ковер и кожаная обивка, также украшающие салоны Rolls-Royce и Jaguar'ов. Стандартной комплектацией салон выполнен в коже и замше. Но, конечно же, возможна и другая отделка, так как машина производится на заказ. Внутри автомобиль бесподобен. В нем имеются все аксессуары, которые вы вправе ожидать от автомобиля премиум-класса, а внешний вид не похож ни на что остальное. Все эти приспособления устанавливаются на последней стадии сложного процесса производства, занимающего 3 месяца или 1500 человеко-часов. Каждый автомобиль изготавливается на заказ согласно пожеланиям покупателя. Но несмотря на комплектующие, мощный силуэт Knight XV не затеряется в толпе. Этот автомобиль привлекает много внимания. Водители то и дело провожают его взглядами, стараясь угадать, проехал ли это обычный внедорожник или реквизит со съемок фантастического фильма. Conquest Knight XV – безопасный, мощный и одновременно стильный автомобиль мечты.